Добрый день, друзья огородники. Московская область, середина апреля. У нас идет дождь, немного похолодало, но в нашей огуречной теплице процесс идет. Вот мы видим, укропчик начал подниматься. Здесь у нас лук на перо уже готовится к салату. Редисочка. Вот мы видим, она уже завязалась. Здесь, по-моему, два сорта. Есть удлиненные, которые тоже начинают наливаться. Вот мы видим, черенки наши тоже начали расти. Условия здесь для них отличные. Здесь у нас редисочка, которая спустя две недели посажена. Она тоже ожила. Она при более благоприятных условиях растет. Было потеплее уже. Здесь у нас, мы видим, черенки тоже растут нормально. Виноград я, конечно, заменил. Черенки, возможно, были подмороженные, которые я взял. Еще был снег полметра или метр. Но повторно воткнул сразу черенки, которые были, ну, находились в снегу в момент сильных морозов. Здесь у нас черенки красной смородины, ну и крыжовничек. Вот мы видим, они тоже растут нормально. То есть процесс пошел. И примерно дня через два можно уже делать салатик. Спасибо за внимание.